на 23-24 учебный год выделено 210 бюджетных мест, что на 10 мест больше. И что отрадно для нас, Владимир Викторович, порядка 30% студентов, которые поступили в этом году на бюджет, это люди, которые уже имеют опыт работы в здравоохранении. В частности, они работают в качестве младшего медицинского персонала и уже понимают, куда идут. С медицинским колледжем работу построили, регулярно встречаемся, однозначно будем продолжать. И, соответственно, вместе со студентами будем дорабатывать именно уже вопросы касательно принятия в коллектив и непосредственно назначения так называемых наставников. Работу будем проводить, усиливать. Я рассчитываю, что в этом плане будут очень серьезные изменения. Ну и по итогу медицинской, если заканчивать вопрос по медицинскому колледжу, в медицинском колледже на сегодня обучается 983 студента, на бюджетной основе обучается 617 человек, и на внебюджете 366.